Конструктор из трубочек. Очень простой конструктор, где используется жесткая трубочка как строительный материал, а провод используется для их соединения. Сначала возьмем провод со свободным рукавом на вершине. Теперь сгибаем его на 5 частей. Теперь отрежем. Вставляем провод в последний рукав, чтобы образовать 3 лепестка. Вы также можете сделать много таких соединений. Сначала отрежем теперь трубочки по 5 см. Соединяем 2 трубочки. Как видите, сгибаем, образовался острый угол, правильный угол, теперь тупой угол. Теперь присоединяем к 3 трубочкам 3 соединения, чтобы сделать равносторонний треугольник. Все углы будут иметь по 60 градусов. С 4 трубочками образуем регулярный квадрат. Добавим еще одну трубочку, чтобы сделать регулярный пятиугольник. Теперь собираем 6 трубочек в 3 соединения, чтобы сделать четырехгранник. Как вы знаете, тетра означает 4, хендер – средство, сделанное из треугольников. Таким образом, вот и образовали четырехгранник. Теперь возьмем 9 прозрачных трубочек и 3 соединения, и еще 3, и их собираем в призму. Здесь, как вы видите, соединения четко видны. Теперь еще соединяя, образуем пирамиду. Сделаем куб. Помещаем на вершину пирамиду, чтобы образовать домик.